ритме жизни. Вот этот сумасшедший график, работа главным бухгалтером, преподавателем бухгалтерского учета вузов, прием людей как народный целитель. То есть после работы я приезжала домой, и ко мне выстраивались люди, и я даже внимания своим детям не могла уделить, я даже не могла вовремя покушать. Собственный бизнес с братом. Особенно те лихие 90-е, даже рассказывать не хочется. И в один момент обвал бизнеса. В один день мы потеряли все, что с братом имели. Слава Богу, что живы остались. Ну и, конечно, все это привело к тому, что это постоянные стрессы, постоянное недосыпание, постоянные какие-то катаклизмы, которые встречались. И, конечно, я потеряла здоровье. Здоровье очень сильно пошатнулось, тем более в тот период очень сильно заболел сын, это лимфогрануломатоз, это очень серьезное онкологическое заболевание. Болела дочь, бронхиальная астма с аллергокомпонентом. То есть в какой-то момент я поняла, что травки-то уже не помогают. Уже очень сложно справляться. Почему? Я никак не могла понять. Ведь раньше те же сборы работали, я могла справляться с детьми, я могла справляться с собой. Но в какой-то момент вот это все как бы оборвалось. И пришлось проходить обследование, потому что я уже не могла терпеть страшные головные боли. Я понимала, что где-то опухоль, она оказалась не одна. И помню, когда я проходила последнее обследование, муж ушел вперед, а я еще оставалась там, одевалась, приводила себя в порядок. Вот, я когда подходила из-за угла, хотела выйти, а мой муж разговаривал с врачом. И врач сказал: вашей жене осталось от 2 недель до 2 месяцев. Вашей жене тяжелейшая онкология. Это онкология, связанная, ну, протоковая, то есть она не в одном месте. И это очень серьезно. Вы знаете, я даже тогда не онкологии вот испугалась. Я испугалась за своих детей, потому что дочери тогда было, ну, шел 15-й год. И я понимала, что сын учится, учился на, то есть платное обучение было, что нужно было платить. И я уже со своим здоровьем, я понимала, что я уже не могу работать и не могу вот им помогать. То есть в один момент, потеряв работу, потеряв бизнес, частичная парализация, страшные головные боли, которые не давали мне вообще ничего делать. И я хотела только одного, чтобы эти головные боли ушли. Ко мне приходили люди с компании «Визион», но тогда я еще работала, тогда у меня еще более или менее было со здоровьем, и я людям отказала. И вспомнила это, когда пришла ко мне кума. Говорит: посмотри, вот Валере стало немножко легче. Мы вот начали пить, попробуй и ты. И мне уже ничего не оставалось делать, потому что я понимала, что я уже обуза своей семье. И тогда я приняла решение все-таки воспользоваться тем предложением, которое мне предложила моя кума. Вот, я говорю: ты мне только дай что-нибудь почитать о продукции. И когда я начала читать и вникать, а головные боли не давали, но я пыталась вникнуть, сознание еще такое было тяжелое от этих головных болей, вот, потому что была страшная утомляемость, я увидела, что здесь оригинальные формулы. Практически то, что когда-то закладывала и говорила мне моя бабушка. И я поняла, что я эту продукцию буду пить. Вот немножечко я вникла. И я приняла решение пить этот продукт. И предстояла очередная химия. И я после химии очень плохо себя чувствовала. У меня отнимались ноги. 2-3 дня были такие боли. Ну, не дай бог никому этого испытать. Это было жутко, это было страшно. Пережить это было очень тяжело, это было невозможно. И я решила химию больше не делать. Сказала: что будет мужу, то и будет. Он меня уговаривал. Особо детям мы ничего тогда не говорили. Я сказала: нет, все,
я, потому что у меня после каждой химии усиливаются боли, усиливаются головные боли. А я боюсь, что я вот от этих ну, просто несусветных болей, что я что-нибудь с собой сделаю. Не трогай меня. Ни одну химию я больше принимать не буду. Так было в моей жизни. И вы знаете, хочу сказать, что когда я начала принимать этот продукт, я заметила результат на пятый день. Сначала у меня поднялась резкая температура, она практически 39 была и держалась почти сутки. Я не могла ни сбить никакими лекарствами. Я помню, тогда звонила Ире Чуписовой, моему спонсору, и спросила: Ира, почему температура? Она говорит: а при улучшении питания всегда идет температурный режим, значит, выздоровеешь. Это был ответ моего спонсора Чуписовой Иры. Я ей очень благодарна за это. Но на пятый день я заметила, что боли немножко ушли, головные, они не стали такими сильными, как они были, потому что все-таки это был объемный процесс головного мозга, это опухоли в обоих долях мозжечка головного мозга. И, конечно, я поняла, что у меня вот есть промежутки, когда, ну, я могу что-то сделать. У меня начала уходить вот эта утомляемость. Это было потрясающе. И как каждый из нас, когда мы получаем результаты, да, ну, результат окончательный по головным болям я получила только на пятый месяц, потому что я помню, приходила на презентацию, на события компании, когда меня приглашали мои спонсоры, и они мне всегда спрашивали: ну как голова? Я отвечала: знаете, еще болит, но уже лучше. Вот. И это действительно, вот, вы знаете, это надо пережить, это надо пройти с этой компанией, это надо понять, вот, получить такой результат. И, конечно, когда я поняла, что этот результат идет, и что мне эта продукция помогает, ну разве можем мы молчать? Вот скажите, вот вы меня поддержите, могла ли я тогда молчать? Вот кто не мог молчать точно так же, как я, когда получали результаты? Поставьте, пожалуйста, пятерочку. Вот Таня пишет. Да, я готова была кричать на каждом углу. Я готова была всем говорить, что у меня есть результат. Он вам поможет. Пейте этот продукт. Я вот справляюсь с такой проблемой. Когда после 4 месяцев прошли головные боли, меня уже нельзя было остановить. Я уже вернулась к работе. Я поняла, что я могу помогать своей семье, что я могу помогать своему мужу, потому что когда была и частичная парализация на фоне этих страшных головных болей, я действительно не могла ничем уже помочь своей семье. Вот это вот страшно. И вот вы знаете, вот прошли годы, да, и вот. Сейчас вот оценивая свое состояние, оценивая то, что со мной происходило, ой, извините, всегда тяжело рассказывать вот результат, да? Я и сейчас, Светлана, вы молодцы, что вы кричите. И я кричу, и я кричу, и я хочу достучаться до каждого человека. Вот такие мы визионеры, да? Ну, никуда уж нас не денешь. И что я вот хочу сказать, что я поняла тогда две вещи. Вот в моем сознании это почему-то вот, особенно сейчас, очень четко обозначилось. Есть богатство, а есть финансовый успех. Вот вы знаете, что такое богатство? Я поняла, богатство – это наше здоровье. Это здоровье наших родителей, это здоровье наших детей, это здоровье наших внуков. Вот это богатство, здоровье – это богатство. Йодка, полностью с тобой согласна. Действительно, здоровье – это наше богатство. Здоровье – это первая вот и естественная необходимость каждого человека. Вот можно отказаться от чего угодно, но нельзя отказаться от здоровья. Если нет здоровья, то, вы знаете, все остальное уже не важно. Я выздоровела. Выздоровела моя семья. Мы получили богатство благодаря продукту компании Vision, благодаря тому, что я поверила. Сейчас прошел ребрендинг, сейчас мы называемся Project V. Но я получила вот это богатство не только для себя, для членов своей семьи. Потому что моя дочь
когда нам говорили, она с самого детства сидела у меня на гормональных препаратах, и нам говорили, что ваша девочка никогда не сможет иметь детей. У меня сегодня 5 прекрасных внуков. 4 сыночка у ней и лапочка-дочка, то есть 4 внука и внучка. У меня 2 детей у сына. И вы знаете, я горжусь, что у меня 7 внуков, и что я вот какую-то долю, ленту внесла в их жизнь. Спасибо продукту, Светлана, действительно. И вот вы знаете, когда все хорошо, да, и вдруг здесь случается, ну, уже возраст у родителей был, да, заболела Васина мама, она жила далеко от нас, она жила на Урале. Мы посылали продукт, но она как-то не очень серьезно к этому, наверное, относилась, где-то пила, где-то не пила, вот. Но случилось так, что тяжелейшая форма заболевания, парализация, болезнь Альцгеймера. И, конечно, ну, привезли мы ее, собственно говоря, и она была прикована к постели. Мне пришлось ухаживать. В это время моя мама, так как у нас в семье все сахарные диабетики, бабушка умерла без обоих ног, мама без одной ноги, тетя у меня без одной ноги. Крестный мой в шахте его придавило, были страшнейшие трофические язвы, он уже не мог в последнее время ходить, потому что клоками фактически отмирали ткани эти. Это было страшно, 5 лежачих человек, поломал шейку бедра мой папа, и вот 5 человек лежачих, и 7 лет мне пришлось ухаживать за своими родными. Вот представляете, что-то такое, это помыть, это покормить, это каждому угодить, это очень-очень тяжело. И я очень сожалею, что вот эти вот 7 лет, они как-то, ну, не могла я работать, не могла работать в полную силу, не могла проводить мероприятия для своих детей. Я старалась, но у меня не хватало сил и времени на все это. Начала пропускать какие-то мероприятия. И вот тогда я задумалась. Богатство-то любой человек, который приходит в эту компанию, благодаря этой продукции он получит. Потому что он будет обязательно здесь здоровым. А вот нужно еще и получить финансовый успех. Вот что такое финансовый успех? Это нужно создать тот денежный поток. А мне хотелось всем помочь. Мне хотелось всем рассказать. И я не понимала, что помимо того, что нужно решать проблемы по здоровью, нужно и финансово помочь людям и привести к финансовому успеху. Почему я об этом говорю? Потому что мне не хочется, чтобы вот вы делали те же ошибки, которые когда-то делала я. Вы знаете, мы работаем с вами в системе сетевого маркетинга. И я вот хочу все-таки, хотим мы этого, не хотим, компания прямых продаж, ну, все равно это MLM, все равно это сетевой маркетинг. Вот кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, 5. Я думаю, вы со мной согласны. Как бы ни было, но это система. Да, спасибо вам большое за поддержку. И сегодня вот, наверное, уже очень трудно встретить человека, который был бы не знаком с сетевым маркетингом. Кто-то является клиентом одной или нескольких сетевых компаний. Кто-то уже пробовал и не добился успеха. Одни из них обвиняют саму систему сетевого маркетинга или MLM, как мы говорим. Другие спонсоров или компанию. Третьи просто оправдывают себя тем, что они не строили бы бизнес, а были потребителями. Частично, вы знаете, каждый из них прав. Я их понимаю. Но основная, вот вы знаете, сейчас вот анализируя свой опыт, я понимаю, что основная все-таки причина неуспеха в сетевом маркетинге или в MLM – это отсутствие личностного роста. Если человек, придя в MLM, не готов меняться, развиваться, обучаться, то вряд ли он сможет добиться успеха. Возможно, ему просто сильно повезет, и среди его приглашенных найдутся люди, которые вот готовы к изменениям. Но если вы хотите успеха, значит, вы должны быть готовы меняться, развиваться и обучаться.
Вот это вот самое главное. Я хочу, чтобы вы это запомнили, потому что когда у меня не было времени развиваться и обучаться, ездить на мероприятия, встречаться со своими людьми, потому что какие потрясающие результаты у них были, а я не видела, не слышала, я где-то отошла от них, потому что пятеро лежачих, да, и мне было очень тяжело. Я понимаю, что вот до этого все двигалось только потому, что работала система. Что мне еще вам хочется сказать? Вот сегодня вот в сетевом маркетинге находится огромное количество разных людей. Одни легко добиваются успеха, другие делают это с трудом, третьи потеряли веру, что они не могут быть успешными. Это неправда. Каждый человек в этом бизнесе может быть успешным. Просто у каждого своя цель. Вот вы знаете, мои заработки были свыше 100 тысяч. И я хочу сказать, что меня все устраивало, я работала, я кроме этого продавала продукт, от сети получала большие деньги. Но когда 7 лет я вот закупорилась, я перестала ездить на события, я перестала, мне не было времени обучаться, да, все затихло в моем бизнесе. И вот потихонечку мой бизнес начал падать. Почему? Потому что я не строила денежный поток. Мне хотелось каждому человеку помочь быть здоровым, точно так же, как была здоровая я. Это моя большая ошибка. Вот сейчас ко мне приходят новые люди, и я хочу, чтобы они услышали. Я вижу их сегодня в этой комнате, и хочу, чтобы они поняли меня. Я хочу им сказать, что стройте денежный поток. Если вы хотите создать денежный поток компании, если ваша организация ориентирована на дополнительный заработок, а не на создание денежного потока, то мало кто из ваших партнеров придет к пассивному доходу. Потому что в компании вот у нас есть лидеры, высокие лидеры, которые когда-то создали этот денежный поток. Они построили сеть людей, которые заинтересованы в бизнесе, которые работают. И они получают очень большие деньги. А есть люди, которые, потеряв бизнес, потеряв работу, потеряв здоровье, не могли работать. И так как они работали вот как я, чтобы помочь только каждому человеку быть здоровым, то есть у меня были в основном-то основная масса это клиенты мои, они пришли к тому, что заработки их немножечко упали. И вы знаете, есть категория людей, вот, которые зарабатывают от 5 до 30 тысяч и говорят, ой, нам хватит, потому что это подработка на продукт, и нам этого достаточно. И, вы знаете, они, так как их устраивают, вот 30 тысяч получают, на продукт хватает, и слава Богу, я кушаю продукт, у меня там есть пенсия и так далее. И они не могут показать и не хотят, может быть, показать путь к пассивному доходу другим людям. Вот вы знаете, я поняла эту свою ошибку. И я хочу показать своим людям вот этот путь к созданию денежного потока. Потому что для того, чтобы зарабатывать, есть одни технологии. Но для того, чтобы запустить денежный поток, нужны другие различные технологии. И каждый для себя из вас должен ответить вот на вопрос, если вы хотите что-то добиться в этой компании, ответьте честно себе на вопрос. Может быть, даже сейчас. Вот черканите где-то там для себя. Что вас больше привлекает? Вот в том, что вы пришли сюда. Быстрые деньги или пассивный доход. И запишите цель вашего прихода в компанию. Что вам нужна? Скидка на продукт. Дополнительный доход подработать, чтобы пить этот продукт бесплатно. Или пассивный доход. Вот создание вот того денежного потока, который приведет вас к успеху. И если ваша цель – пассивный доход,
то используйте метод дубликации. Вы знаете, я не всегда понимала, что такое, наверное, не до конца понимала, что же такое вот этот метод дубликации. Вот мне хочется обратить на это ваше внимание, потому что сейчас я понимаю, потому что почему мои люди, вот, которые рядом со мной идут, которые поддерживают меня в квалификации, не совсем добились успеха, потому что вот не работал вот этот метод дубликации. Что такое метод дубликации? Это прежде всего составление списка и поиска потенциальных клиентов. Вот я вам постаралась вот здесь, вот в этом слайде, это все показать, свои мысли, свои чувства. Да? Вот. Это, то есть мы написали когда-то этот список знакомых и, возможно, его забросили. Есть сейчас эти списки в телефоне, да, сейчас интернет-технологии, многое поменялось, но с этим списком надо работать. Нужно постоянно искать потенциальных клиентов. Где вы их будете искать? На улице. Вот я знаю, что Джамиля моя очень любит работать на холодных контактах. Может быть, среди родственников вам удобно и комфортнее работать. Рядом, Светочка, спасибо, рядом, действительно. Комфортно работать даже рядом, да. Может быть, это рекомендации, которые вам дают люди. Но просто ищите своих потенциальных клиентов. Без этого не строится этот метод. Но самое главное, ведь я говорю о методе дубликации. Вы должны этот метод рассказать и передать своим людям, чтобы они поняли и начали делать то же самое. Приглашайте, вот нашли потенциальных клиентов, приглашайте их на встречу или к разговору. Обязательно беседуйте. Расскажите им о возможностях. Если сами не можете, пригласите на презентацию. Я очень благодарна своим спонсорам Олегу и Ирине Чуписовой, Любовь Ивановны и Саше Сергеенко о том, что мы опять в Кропотке не запустили вот эту систему. У нас каждое воскресенье, первое воскресенье месяца и третье воскресенье проходят презентации, проходят школы. Олег, да, вот вижу, Олег здесь с Ириной. Спасибо вам огромное за то, что вы поддержали, за то, что вы помогаете, за то, что мы сейчас все вот работаем системно и двигаемся вперед, несмотря ни на жару, ни на какие препятствия. Вот. И, конечно, вот обязательно, потому что на презентации люди должны слышать вас, видеть результаты, результаты по бизнесу, результаты по здоровью. Это вдохновляет людей, это ведет их вперед, это вселяет в них веру в то, что у них тоже получится. Обязательно рекрутинг делать партнеров и клиентов. Обязательно с этим работать и обязательно обучение новичков. Но это вы должны не только делать сами, но и рассказать своим людям, если вы хотите вот этого пассивного дохода, дохода, который, несмотря вот на маленькую пенсию сейчас, кормит нас с мужем, дает возможность кушать продукт самим, давать этот продукт своим внукам, давать продукт своим детям. И это дорогого стоит. Ну, вот вы согласны, что вот этот метод дубликации, вот если что-то вы не делаете, пересмотрите. Если вы хотите построить вот такой денежный поток, вы должны рассказать об этом людям, чтобы они вас смогли просто продублировать. То есть дубликация – это очень важно. Ну и, конечно, самое главное, самый главный метод – сам кушай продукт, да, получи результаты, расскажи об этом результате другому. Это очень важно. Кроме этого, вы знаете, вот сейчас, работая с новыми людьми, я понимаю, сегодня в МЛН лозунг «не думай, а действуй», вот он не всегда, к сожалению, работает. Вот почему-то вот новые люди мне это показали. Важно понять, какие надо выполнять действия, чтобы получить результат. И вы знаете, я поняла одну вещь. Каждый человек имеет свои таланты и особенности. И он эти таланты и особенности должен применять в этом бизнесе. Это очень важно. У нас очень много талантливых людей. Йотка, спасибо. С продуктами кормлю всех своих детей, внуков и всем правнуков. Вот Олег пишет 100%. Да, вот
У меня Джамиля, она хорошо делает массаж, у ней золотые ручки. Вы не представляете, люди поднимаются после ее массажа. Но делая массаж, она, конечно, рассказывает о продукции. То есть вот то, что она хорошо умеет делать, она может переложить и помочь себе вот именно здесь, в компании, создать этот денежный поток, применяя эту свою выгодную сторону, свой талант Джамиля. Обязательно. Вы знаете, у меня была Люба Махотина, и этот человек был, она биолог была, да, и она говорила: вот у меня не получается, Наташа. Я говорю: Люба, у тебя не получается только потому, что ты талантливый человек, вот ты там работаешь в своей лаборатории, у тебя есть это. Посмотри, как работает продукт, потому что у тебя нет веры в этот продукт, ты очень мало его пьешь. Она говорит: хорошо, подскажи, как это сделать. Вот в силу ее специальности, да, я ей говорю: ну, возьми, пожалуйста, вот есть золотистый стафилококк, у тебя там есть этот прибор, вот вы там выращиваете этот золотистый стафилококк, вот возьми, полей его антибиотиками. Вот она полила его антибиотиками и говорит: ты знаешь, он как запыхтел, он как зацвел, он начал размножаться, от него такой, он весь сиреневый стал, от него пошел запах, приятный запах. Говорит: ну ты мне сказала второе, возьми вот капсулу сеньора, продукта С сейчас, да, разведи в это и полей. И когда я полила, и этот золотистый стафилококк через 2 часа сдох, он стал серый, он поник, он перестал цвести. Говорит: продукт работает на 100%. То есть ищите таланты у своих людей, подсказывайте им вот эти их выгодные стороны, чтобы быстрее была вера, чтобы об этом они могли рассказать другим людям. Ну, я думаю, вот такие вот именно вещи, правда же, впечатляют, впечатляют людей. Вот, если вы согласны со мной, поставьте, пожалуйста, ну, давайте восьмерочки, поставьте восьмерочки, если вы со мной согласны. То есть в каждом человеке, да, спасибо. Есть люди, которые психологи, да, еще там что-то. Поищите вот их подходы, их выгодные стороны в применении этого бизнеса. Вот вам технология работы и построения денежного потока. И вот эта вот дубликация системы в сочетании с творческими подходами, я считаю, что это основа основ финансового успеха в нашей компании и создания очень мощного денежного потока. Ну, потому что первый вопрос, который я писала в анонсе, как создать вот этот денежный поток компании. Его создавать очень просто. Давайте мы перейдем к нашей компании, потому что я очень люблю нашу компанию. И посмотрите. У нас есть потрясающий продукт. И каждый, кто сюда приходит, он будет здоров. Я сказала, вы получите это богатство. Но мне хочется, чтобы вы задумались и о создании денежного потока. Потому что Project V – это бренд. Это, то есть проект Vision, да, это бренд, это платформа, где каждый может улучшить свою жизнь к лучшему, улучшить свое здоровье, об этом сказали, получить от жизни максимум удовольствий. Вот мы были в нескольких путешествиях в компании. Но действительно, когда ты здоров, представляете, вот муж военный, он невывозимый у меня никуда был. И здесь мы первый раз поехали. Я помню Кубу. Господи, сколько было впечатлений у нас. Соловьи, вот поют, вот это мы вышли. У нас был здесь май, такие морозы были, мы улетали с Москвы. А там тепло, красота, это передать. В 5 путешествиях мы были с мужем в компании. Это активное долголетие, которое нам дает эта продукция. Вы посмотрите, вот недавно читала пост, 92 или 93 года, у кого-то там мамы день рождения, она пользуется этой продукцией. Но это же великолепно. Возможность подработать себе на здоровье. Да, если вы хотите подработать, здесь действительно можно. И построить свой бизнес, построить вот тот денежный поток, о котором я вам говорю, это тот остаточный пассивный доход, который будет вас кормить на старости лет, независимо от ситуации, какой бы вы ни были. Потому что я говорю, вот рассказывала свой был бизнес, и в один момент его не стало, и мы остались без ничего. И только нервы и здоровье. И модель нашего бизнеса, она очень проста. Мы работаем без посредников. Вы сами это знаете. От производителя через консультанта к потребителю. Не надо много говорить.
о возможности компании. Рассказывайте просто и быстро. Это бизнес-модель, вот, собственно говоря, это бизнес-модель отношений и качественной продукции, с которой мы работаем. И это действительно так. Говорите об этом своим новичкам, чтобы они тоже пошли по тому пути, что делаете вы. И вот, конечно, я еще раз хочу повториться, что в компании Projectly можно создать прекрасный денежный поток. Каждый может зарабатывать с нами, рекомендуя продукт другим людям. Это действительно так. Вы можете обеспечить здесь себя и свою семью качественными продуктами на 20-30 тысяч ежемесячно и даже бесплатно. И эти возможности есть. Мне некогда об этом сегодня рассказывать. Вы спросите своих спонсоров, задайте, вот посмотрите, что я вот здесь вам написала, что вам непонятно. Обратитесь к своим спонсорам, задайте вопросы, они вам все ответят. Вы можете зарабатывать от 1000 до 3000 долларов, используя акции и программы компании. Об этих программах сейчас мы поговорим. И вы создаете себе остаточный пассивный доход от созданного комьюнити, сети, людей, которые хотят с вами сотрудничать, работать, а не только поправлять здоровье. И это очень важно. Это простой бизнес, поверьте, ничего здесь сложного нету. Наш инструмент – это наш язык. Открыли рот, рассказали человеку свой результат, результаты своих друзей, знакомых и все. Просто мы делимся своими историями и результатами. Просто делимся своими удовольствиями. Даем рекомендации другим людям. И просто приглашаем людей и друзей на встречи, на события компании. Все в этом бизнесе очень просто. Ничего сложного нету. Но мне очень нравится, ну, наш маркетинг-план. Сейчас это называется программа лояльности Projectly. То есть это универсальная гибкая система заработка и поощрений. Да, да, или как мы говорим, наш маркетинг-план. Да? Ну, наверное, это ближе, чем программа лояльности Projectly. Но несмотря на это, если вы войдете в сессию, войдете в материалы, программа вознаграждений называется именно так. Программа лояльности Projectly. И вторая программа, которая дополнительно к этой. То есть вот, понимаете, программа привилегий Freedom Group. Ну, я вообще эту программу люблю. Это справедливая система, эффективная, очень справедливая система поощрений. И она вас ускоряет в несколько раз. Вот эти две программы вознаграждений работают у нас в компании. Ну, давайте разберемся немножко с первой программой. Вот всем все понятно. Кому понятно, поставьте, пожалуйста, двоечки. Все я понятно рассказала. Что две программы, все, спасибо большое. И вот смотрите, первая программа лояльности Projectly, или как мы говорим, маркетинг-план, да, это универсальная гибкая система заработка и поощрений в компании. Ну, первая группа поощрений, от которой вы будете получать от 5 до 50%. Ну, во-первых, вы можете продавать продукт. И от продаж получать кэшбэки или кэшбэки за рекомендацию. Вы знаете, вот сейчас интернет-технологии, и мне казалось, что я никогда с ними не справлюсь и никогда не буду в этом работать. Но сейчас я прекрасно продаю даже через WhatsApp, да, делаю предложения, и у меня покупают, и я смотрю, там у меня начисляются бонусы, я получаю бонусы. Разница между оптовой и розничной ценой, по которой я приобрела, ложится мне как бонусы в мою копилочку. Оказывается, и этому надо обучаться. Меняется система сетевого маркетинга. Меняемся и мы. И мы должны и осваивать и это. И я поняла, что я этим буду заниматься. Как мне не тяжело, но вот, ну, не получается оно у меня, но я стремлюсь, я обучаюсь, я хватаю вот Наталья Марковская, огромная ей, огромнейший низкий поклон за те вот вебинары, которые она здесь нам давала. Спасибо ей огромное, вот много подсказок она дала, другие лидеры, которые выступают. Просто обучайтесь, старайтесь и стремитесь к этому.
вот возвратный бонус, да, то есть вы в течение месяца можете потихонечку покупать продукт, накопить его и получать бонусы. Ну, купили там 20%, 30%, немножко ниже, я все это покажу, поверьте, есть возвратный бонус. То есть, если вы вначале купили 4 баночки продукции, и у вас была 20% скидка, до конца месяца вы добрали до 16 баночек, у вас уже 40% скидка на продукт, и компания вам разницу, вот эту вот разницу между той оптовой скидкой, этой 20%, конечно, вернет. Это потрясающе. То есть за каждое действие, то есть мы взяли продукт, быстро продали, либо сами что-то съели, опять вернули деньги, опять купили, и, пожалуйста, выходим уже на более высокий уровень, можем даже создать вот объемный или накопительный бустер. Если вы приглашаете людей, вы еще дополнительно за приглашенных людей получаете бонус консультанта на бонусный счет, вы получаете подарки за личные закупки. И вот эта первая группа поощрений, которая есть в компании, она от 5 до 50%. Ну, конечно, если вы сделали закупочку, вы получаете там 5% в программе лояльности, то есть баночку продукции, да, например, со 190 CV, которую можете потом приобрести на следующий месяц. Вторая группа поощрений – это бонусы за развитие вашей сети. Это уже тот денежный поток, который вы хотите для себя собрать, тот пассивный доход, который вы хотите получать. Эти денежки у нас в кошелечке, да, лежат, они уже не на бонусный счет, а в кошелечке мы там видим, за каждого человека получаем. Какие деньги мы получаем, сейчас немножко попозже вам покажу, но 56% вот товарооборота компании нам вот вторая группа поощрений, компания нам оплачивается. И это Unilevel бонус, это основной бонус, это бонус развития за приглашение новых людей, покажу, что это такое, и бонус бесконечности, тоже покажу, что это такое, немножко в примерах, чуть-чуть позже, но поверьте, что это есть. То есть вы можете продавать, вы можете добавлять их к закупкам, за все это компания платит деньги. Если у вас создается сеть, вам компания платит от сети, за каждый ваш шаг в компании вы получаете обязательно вознаграждение. И это меня всегда, вот у нас нету такого, чтобы что-то мы не сделали, и нам компания не заплатила. Третья группа – это дополнительные виды бонусов. Если вы быстро развиваетесь, быстро идете, это Jump бонус. Если вы быстро закрываете какие-то квалификации, двигаетесь по карьерной лестнице, да, то это тоже вы получаете определенные бонусы. Это и автомобильная программа, в которой вы можете участвовать и заработать бесплатно автомобиль. Это и бесплатные путешествия от компании, вот, которые я говорила, что мы с мужем были. Ну и подарки постоянным покупателям за вашу личную закупку. Это 5% от CV личных заказов за месяц на специальный подарочный счет. Вы знаете, что в магазине там есть, там идет, вот вам там положено сколько-то CV, и вы можете, пожалуйста, выбрать и заказать себе подарок. Вот это вот программа лояльности, как мы называем, маркетинг-план компании, то, что вы получаете. Программа привилегий Freedom Group, ну я не знаю, это вот, я не знаю, это бизнес-программа такая, быстрая программа, да, это программа, которая дополнительно вот к этой программе работает. То есть это баллы за личные покупки, которые получаете. Это покупки за новичков первой и второй линии. Это продвижение по карьерной лестнице, вы за это получаете баллы. Это участие в жизни компании. Это активность приложений и сессии. Ну, наверное, вы понимаете, что такое. Это вы посты пишете и за это получаете баллы. Накапливая баллы, вы повышаете свой статус. Получаете карточки серебро, золото, платина. Пожалуйста, карточка серебро получила, получили, у вас есть эта карточка, у вас день рождения, за неделю до и неделю после у вас идут скидки на закупку продукции, кроме того, что 40% еще дополнительные скидки, да. А если золото, там этот процент уже не 10, а 20%. Если платина, то вы уже, у вас считаете, что и автомобиль
кармане, и бесплатное путешествие, которое вы можете сделать от компании. То есть вы можете очень быстро, даже без выполнения, вот каждый новенький человек может принимать участие и очень быстро получить хорошие льготы, хорошие эксклюзивные привилегии от компании. И поехать в путешествие, стать обладателем автомобильной программы. Ну, разве, ну, я не знаю, что еще нужно, вот, чтобы сделала компания для того, чтобы так быстро двигаться. И вот с нашими инструментами, которые есть в компании, это приложение сессии, у вас обязательно все получится, потому что в ней есть вся информация. И первый шаг, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться в приложении сессии. Это мобильное приложение, которое свободно скачивается на Google Play. Вот вы знаете, не могу я немка, мне App Store, да, и устанавливается бесплатно. Возможно, я где-то неправильно произношу, но простите меня, но суть в том, что вы знаете эти приложения, знаете, что они работают, их можно скачать, и, пожалуйста, скачали и работайте. Второй шаг. Вы можете получить скидку от 20 до 50%. У вас есть разные варианты входа в эту компанию. Вот есть люди, которые говорят, вот мне всегда говорят, говорите 190. Да, я покажу, что 190 – это отличнейший вход, но есть люди, которые нету возможности, хотят решить проблему, захотят попробовать. Но дайте им возможность 20% скидкой купить. Да? Смотрите, сейчас я возьму эту указочку. Вот посмотрите, 4 флакона приобретаете, 20% скидка. Ну вот я показала на примере антиокса. Антиокс, смотрите, с 20% скидкой стоит 2200 рублей. Если вы получаете, вы клиент компании, если вы приобретаете 8 флаконов, ну я здесь написала классическая линия, вы партнер компании. И смотрите, уже ваша цена за баночку антиокса уже не 2200, а 1925. Выгодней? Выгодней. Смотрите, если вы приобретаете 16 флаконов, у вас уже 40% скидка, видите? И вы старший партнер, то есть это 190 CV, видите, да? И цена этой баночки, вот антиокса, уже 1650 рублей. Какая вам цена больше нравится? Вот мне 1650 нравится, но розничная цена 2750. То есть, если вы не подписали контракт, если вы работаете там, предлагаете этот продукт, люди покупают по розничной, не хотят, говорят, нет, я возьму вот баночку и хочу, или через интернет мы предлагаем, продаем, то розничная цена 2750. Какая цена? Да, нравится скидка в 50% и больше. Свет, я с тобой полностью согласна, потому что если вы покупаете бустер, у вас, да, 50% скидка, смотрите, 40 флаконов плюс 8 флаконов подарок, да, это 475 CV, и, конечно, это хорошие денежки. Ну вот смотрите, например, вы работаете и предлагаете в социальных сетях, да, вот продажи какие-то. Сами вы купили с 40% скидкой. Вот когда мы делаем предложение, вот через Одноклассники я делала, пожалуйста, у меня купили люди две баночки продукции, естественно, по 2750, потому что, видите, 20% скидка – это 4 флакона. И мне за каждый флакон на бонусный счет упало по 1100 рублей. То есть 2200 я получила вот за продажу двух флакончиков. Но разве это плохо? Если вы покупали с 20% скидкой и что-то продавали, это всего розничный доход 550 рублей. 2750 минус 2200, видите, 550 рублей. Поэтому думайте, думайте, если вы хотите зарабатывать деньги, если вы хотите заниматься продажами, для этого в компании есть все возможности. И эти возможности, они, конечно, уникальны у нас. И вот программа привилегий, я вам показала вот эти вот карточки, да, которые работают. Сейчас вот мне совсем немножко осталось до закрытия золота, и уже перейду на платину. И, конечно, я сказала мужу, мы обязательно с тобой сделаем путешествие и сделаем автомобильную программу, купим новый автомобиль от компании, поедем в путешествие. Мы будем работать, и мы будем это делать. Такую цель
цель мы себе поставили, потому что без цели движения вперед не будет. То есть мы получаем от маркетинг-плана, еще пользуемся второй, это самое, программой привилегий Фрейденгрупп, да, которые позволяют нам, это вот такой быстрый темп, который позволяет нам очень быстро это делать. Поэтому, дорогие мои, обращайте на это внимание, рассказывайте об этом своим людям, двигайтесь вперед и двигайте своих людей. И вот смотрите, преимущества этих программ, программа лояльности Project V, это вот маркетинг наш план, это сбалансированная программа, это возможность вести бизнес без инвестиций уже со второго месяца, да, это вот первая программа поощрений, пожалуйста, пригласили 3 человека, купили 4 баночки, на следующий месяц для вас уже эти баночки бесплатно, вы за 3 человек, вам компания на бонусный счет вернет ту сумму, которую вы вложили в первый месяц, и остальные баночки для вас уже бесплатно. Это действительно возможность. Это возможность включиться в автопрограмму. Это максимум выплат на каждом этапе построения сети. Но вот смотрите, максимум преимуществ вы получаете при достижении личного группового объема в 190 CV. То есть это развитие партнера до статуса клиента, до статуса старший партнер, да, или партнера до статуса старший партнер. Вы выходите на вторую ступень и начинаете получать бонусы уже за построение сети. Это начисление на бонусный счет и использование для оплаты заказов в последующие месяцы. Это подарки постоянным покупателям 5% от CV личных заказов. То есть вы для себя. Вот вы кушаете продукт, заказываете, еще за это вам компания начисляет 5% от той суммы заказов, которую вы сделали. И вы можете их накопить или что-то себе купить. Посмотрите, почему очень выгодно двигаться по карьерной лестнице в нашей компании. Потому что если вы старший партнер, ваш личный объем 190 CV. И вот посмотрите, я говорила вам о второй группе поощрений. У нас работает Unilever бонус, я вам говорила, да? И посмотрите, с первого уровня вы получите 5%, со второго 5%, с третьего 5%, с четвертого 5%, с пятого 5% от закупки своих партнеров. Но если вы закрываете квалификацию VIP, ваши деньги увеличатся почти вдвое. Смотрите, с первого уровня 5%, со второго 5%, с третьего уже 10%, с четвертого 10%, с пятого 10%, с шестого 10%, и в зависимости от того, если вы в квалификации VIP, с каждого уровня вы получаете от 1 до 6%. Это очень выгодно. То есть ни один человек у вас не пропадает. У вас нету, как в других компаниях, что большая, меньшая линия, там что-то отваливается, что-то это вы за кого-то не... За каждого человека, за каждый свой шаг вы получаете в компании деньги. И это очень выгодно. И программа привилегий, это экспресс-программа вот ускоренного действия на возможность включиться в автопрограмму и бесплатное путешествие от компании, я уже об этом говорила. Это хорошая ускоренная база для личного обучения. Почему для личного обучения? Вы знаете, я сейчас восхищаюсь, вот мои люди, Люба Горбовская, какие интересные, познавательные посты она пишет. Но это же ее личное обучение в компании, понимаете? Светлана Котенева, какие интересные мысли она высказывает в своих постах. Как грамотно она со всем этим работает, я восхищаюсь. Джамиля, ее посты вообще меня восхищают. Какая она умница, она работает, она зарабатывает баллы себе дополнительные. Я знаю, что ты написала, что хочешь путешествия, как и я, обязательно поедешь, потому что вот программа привилегий дает нам быстро обучаться. И то, что мы пишем посты, мы и самообучаемся. И это очень главное. Следующий момент, и вот смотрите, VIP – это увеличение доходов почти в 2 раза. И я вам покажу, что это действительно так, потому что, посмотрите, наверное, многие из вас видели эту табличку, да, ее показывал Филипп Яковлев, вот я у него здесь ее скопировала. Вот смотрите, если вы сделали закупку на 190 CV, да, то компания вот по основному маркетинг-плану, да, в
второй группы заплатит вам 5%, это Univery бонус, за каждого вашего старшего партнера, который у вас есть в сети. Это всего 532 рубля. Но если вы рекрутируете, если вы приглашаете новых людей, и у вас вот новый человек в этом месяце, он тоже выкупает на 190 CV, посмотрите, сколько вам компания платит. 5% по основному маркетинг-плану Univery бонус и 10% бонус развития. Помните, я вам говорила, я о нем скажу позже. 10%, то есть 5 плюс 10, посмотрите, 15%. И это уже не 532 рубля за нового человека, а 1596. Если вы в квалификации, вы пригласили новичка, и вы в квалификации VIP, да, вот я вам говорила, квалификация VIP – это 3 человека в вашей сети, и ваш товарооборот этих людей вместе с вашей личной закупкой – 1140 CV. И вы получаете опять 5% по основному маркетинг-плану и бонус развития 15% за квалификацию VIP. Это 15 плюс 5 – 20%. И это уже в сумме за каждого человека, который пришел новенький, если вы сами в квалификации VIP, вы уже получаете 2128 рублей. Но если вы VIP одна звезда, это следующая ступень в нашем маркетинг-плане. Вы посмотрите, у вас здесь ложатся 3 бонуса. Univery бонус, вот вы пригласили нового человека, вы в квалификации VIP одна звезда. 5% по основному маркетинг-плану. 20% с новенького человека за то, что вы в квалификации VIP одна звезда, и 1% это бонус развития 20%, и 1% бонус бесконечность 26%. Если вы в квалификации 2 звезды, это уже 5 плюс 20 и плюс 2%. Если вы в квалификации 3 звезды, плюс 3%. То есть эта сумма. Ну, мы берем, вот я вам показала, VIP 1 звезда и 2 766. И посмотрите, разница, которую вы получаете, как старший партнер, приглашая нового старшего партнера, или вы в квалификации, посмотрите, разница в 1170 рублей. Ну, это же прекрасно. Это же великолепно. То, что вы получаете вот это вот все. То есть здесь не надо говорить о квалификации. Здесь сами деньги мотивируют закрывать и получать это все. Создавать тот денежный поток, который поможет вам кушать эту продукцию. Вот знаете, я знаю моих клиентов, они говорят, чем больше продукта, тем лучше. Мы хотим много кушать этого продукта. Это вот действительно возможность, вот, двигаясь по квалификационной лестнице, вот это зарабатывать. Но если вы рекрутируете, вот знаете, у меня создалась новая сеть буквально за месяц, да, и было несколько человек в этой сети. Но мало того, эти люди, новые люди, вошли с бустерами. Я немножко позже об этом расскажу. То есть это 475 CV и выше. И посмотрите, если вы старший партнер, вы получаете 5%, если вы взяли 1330. Если новичок, старший партнер, то 15 – это 3990. Если VIP – это уже 5320 ваша зарплата, если вы VIP – новичок. Если вы VIP – одна звезда, посмотрите, 6690. Выгодно вам рекрутировать людей на эту закупку. Ведь это выгодно не только вам в деньгах. Выгодно тем людям, которые приобретают, потому что там подарки. 8 банок продукции – это 16-17 тысяч 40% скидкой, 25-27 тысяч – это по розничной цене. Люди могут продать, вернуть эти деньги. Понимаете, у нас окупаемость бустера практически 100%. V-HIT, да, и V-HIT, Светлана, это вообще очень выгодно. Очень выгодно. Я вам не буду рассказывать все, вы это прекрасно знаете, но новые люди, посмотрите, разница. Разница какая, да? Вот здесь вот 1000, а здесь 2926, вот 9. Ошиблись, 6919 минус 3990, 2929, извиняемся за ошибку, но вот это, сколько вы хотите получать? Вот 532 рубля или 1330? Вот, думайте,
Это очень выгодное предложение и очень выгодные денежки, которые вы можете получать в компании. И, конечно, как можно, работая в компании, ну, не уделить внимания, наверное, продукции, потому что продукция – это основа. Любой бизнес, который строится в компании, это основа его, конечно, продукт, который мы продаем. Это качество того продукта, который. Раз мы работаем 27 лет на рынке здоровья, и у нас вечно не хватает продукта. Ну, вечно не хватает продукта. Как вы думаете, востребован наш продукт? Вот я считаю, что востребован. Кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, десяточки. Вот я считаю, что он востребован. И спасибо большое, что вы со мной на одной волне. И вот, вы знаете, что мне хочется сегодня сказать, потому что для меня была немножко такая шоковая ситуация, когда написали, что наш завод пошел на месяц на каникулы, да, и что антиокс появится немножко позже. Я растерялась. Вот честное слово, была паника. Я благодарна своим спонсорам, что они вот поддержали меня. Я как бы пришла в себя. Вот, это был кипиш, один только день для меня. Я потом села, разобралась, думаю, что я паникую, у нас такая продукция. И почему я хочу вам это все сказать? А потому что наша продукция взаимозаменяемая, это очень хорошо. И вот у нас нет каникул, продукт нужен каждый день. Да, Света, у нас действительно нет каникул. И сегодня я тоже помогала своим людям решать вопросы по продукту, потому что извечно не хватает. Но слава богу, как бы все проблемы закрылись, все решилось. И это с Божьей помощью. И вы знаете, вот наше тело, оно обновляется каждые 7 лет. Из чего вы будете свое строить тело? Вот вы знаете, когда я начала раскрывать эту тему, вот на школе Джамиля на меня так открыла глаза, я говорю, какое тело вы хотели иметь через 7? Ей скоро исполнится 70, сейчас ей уже почти 67, и я говорю, вот представь, у тебя 3 года для того, чтобы твое тело обновилось, то есть оно обновляется в 7 лет, в 14, да, в 21 и так далее. Ну и, естественно, каждые 7 лет, значит, в 70 опять новое тело. Какое ты тело хочешь иметь? Вот такое, как сейчас, или хочешь обмолодиться, стать еще красивее, еще лучше? И вот представьте, с нашей продукцией у нас действительно есть реальная возможность за 7 лет построить новое тело. Но из чего мы его будем строить? Конечно, из нашей продукции, потому что биологически активные добавки нашей продукции, они дают тот строительный материал для новых здоровых клеток. Вы знаете, что клетки там желудка обновляются каждые 3-5 дней. И вот здесь вот приведены ритмы обновления. Я об этом не буду говорить. Кости обновляются там каждые 10 лет, но наше тело обновляется каждые 7 лет. Вот. И вот обычного питания у нас есть, я всегда говорю, два вида питания. Одно энергетическое, другое функциональное. Вот энергетическое питание – это обычное наше питание. Его хватает для выживания. Но для полноценной жизни, для полноценной, долгой, здоровой жизни нужна нутрициологическая поддержка нашему организму. Вот хотите молодое, сильное, красивое тело и бодрость, пейте наши биологически активные добавки, наши БАДы, наши великолепные продукты. Потому что в человеческом организме около 70 триллионов клеток. И ну, 3,5, от 3,5 до 8 килограмм, в зависимости от возраста, это наша кожа и кости. А все остальное – это клетки. Вот 70 триллионов. И вот благодаря сверхсовременным аналитическим приборам, вот мы можем наблюдать за ними. Вы знаете, в моей жизни мне пришлось это видеть дважды. Я была потрясена. И вот мне хочется поделиться. Потому что вот сегодня есть такие мощные хромографы, в которых можно рассмотреть молекулы вот с помощью вот этого хромографа. И даже вот в пределах пикограммов
то есть, как это называется, триллионной доли до этих граммов, ученые могут буквально сосчитать количество молекул в крови или тканях. Все молекулы, они вызывают изумление. Но особое место среди них все-таки занимают витамины. Вы знаете, я была потрясена. Они включают работу наш обмен веществ. Вот такая вот у нас продукция. Это я не просто говорю, это вот по клинике, потому что у нас наши БАДы прошли единственные клинические испытания. Мы первые, кто это сделал, и, наверное, последние, потому что это очень дорогая система, но у нас это делается. И вот эти витамины, они включают в работу обмен веществ. Ну, например, в крови плавает атом цинка. Он абсолютно мертвый, как и положено металлу. Но как только этот атом металла соединяется с молекулой витамина, вот она появилась, он ее только хватит, и он в течение одной миллиардной доли секунды, вот он оживает. На поверхности и внутри триллионов клеток нашего тела находится множество атомов, множество металлов и других элементов, которые нужны нам точно так же, как витамины, чтобы ожить, чтобы там совершались какие-то химические реакции. И вы знаете, вот когда я наблюдала я за этим всем, я вот сравнила, ну вот кто был в путешествиях, да, по пустыне мы ездили, да, это похоже на то, как вот иссушенная солнцем почва пустыни жаждет дождя, чтобы за несколько часов пустить обильные вот ростки. И, к сожалению, вот они часто понапрасну тратят время, потому что в нашей пище очень мало витаминов. И вот если есть витамины, если их восполнить, вот начинаются моментально химические реакции, все внутри нашего организма оживает. И мы оживаем. И мы оживаем. И не буду сегодня рассказывать о многих продуктах, потому что каждая продукция уникальна. Но мне хочется вам сказать, что вот... Когда я работаю с людьми, я говорю, есть лекарственные препараты, которые называются, да, ну, по форме воздействия, они называются симпатическими, то есть попросту убирающие симптомы. Это, конечно, лекарственные препараты. Но есть препараты этиологические, исправляющие причину болезни. И есть патогенетические, устраняющие патогенез, то есть причинно-следственную цепочку вот этих физиологических и биохимических проявлений, приводящих к состоянию болезни. Вот наша продукция, вот эта вот великолепная продукция, это как раз вот первый и второй тип, то есть этиологический. Вот эта продукция, она исправляет причину болезни. И патогеническая, потому что она из состояния болезни приводит к нормальному функционированию наших клеток и проведению биохимических реакций внутри нашего организма, то есть устраняет патогенез. И я вас с этим поздравляю, потому что наши ученые молодцы, они действительно для нас разработали потрясающую продукцию. И сейчас мне хочется вам сказать об антиоксе, я очень быстро, потому что я смотрю уже... очень много времени. Это потрясающая антиокс, это потрясающая сила антиоксидантов. Посмотрите, какой состав: и витамин С, и витамин Е, и бета-каротин витамина, и селен. И что я хочу вам сказать, самое главное, что меня всегда восхищает в антиоксе, здесь четыре важных антиокислителя в составе антиокса. Это витамин А, это витамин С, это витамин Е и селен. Сколько мне не давали каталогов других компаний, вот таких четырех важных антиокислителей в составе ни одного продукта я не видела. Ведь мы стареем, потому что мы окисляемся. Вот положите масло вот на жару, и оно сразу начинает пригоршным таким становится, да, и покрывается вот такой желтой вонючей пленочкой. Вот. Это оно окисляется, это оно стареет. Вот железо наше, да, оно окисляется, стареет, да. А у нас, чтобы мы не старели, чтобы мы не окислялись внутри, вот в составе яблока на разрезе, вот правильно Клавдия говорит. А у нас в составе, посмотрите, четыре важных антиокислителя. И это восхищает, ребята. Мы впереди планеты всей. И меня это вдохновляет, потому что витамин
если его нету в организме, он не вдохнет вас в движение. Да? Ну, не будете вы двигаться, если нету витамина С. Если у вас проблемы с суставами, значит, уже идет окисление, уже не идут процессы, уже не хватает витамина С. Он обеспечивает и иммунную защиту, и стабилизацию психики. Сколько сейчас детей, посмотрите, рождается с расстройствами психики. Да, взаимно поздравляем друг друга, наша продукция самая лучшая. Я согласна с тобой, Йота. Вот, понимаете, то есть... Это проблема наших детей. Сколько сейчас проблем? И это можно решить, потому что можно применить антиокс. Это витамин А. Это антиокислитель, который уничтожает свободные радикалы, несущие нам болезни и смерть. Это лучший друг для наших слизистых оболочек. Как они были повреждены после ковида. И все это мы можем восстановить. Бета-каротин, витамин А, который входит в состав нашего антиокса. Посмотрите, витамин А, он защищает нашу зубную, или, как мы говорим, вилочковую железу, да, это квартира, штаб-квартира нашей иммунной системы. Этот витамин важен для нашего зрения. Ну, вот о каждом из этих витаминов, да, можно говорить. Витамин Е, он снижает численность сердечно-сосудистых заболеваний. Это защита от старческих пятен на руках. Не хотите иметь старческие пятна, побольше пейте антиоксы. Это селен, он участвует в детоксикации токсинов и печени. Витамин Е мне еще нравится, что он убирает вот это чувство покалывания и мурашки в руках и ногах. Вот у меня, когда после химии, очень часто случались вот такие вещи, и я знала, что нужно побольше антиоксидантов для того, чтобы убрать это чувство. Витамин С, я его очень люблю, потому что, вот смотрите, я написала вам, что он располагает собственным транспортным протеином для проникновения в наши клетки. Что это значит? Вот смотрите, кальций сам по себе продукт, он такой неподвижный. Он вот еле-еле в организме шевелится, пока он дойдет туда, куда нужно. Так вот, если вы подпиваете витамин С, то он вот располагает, он подхватывает вот этот кальций и быстренько-быстренько раз его и в клеточку относит. То есть он располагает собственным транспортным протеином. И быстрее вот этот кальций попадает туда, куда надо, а если еще и витамин К, как в остеосанами, ну тогда вообще и правильно еще и распределение этого кальция. То есть вот, ну, браво нашему продукту, браво антиоксу, которую сделали для нормальных. И вот одна капсула антиокса, она обеспечивает сохранность молекул тиротоксина и придает человеку стройность и бодрость, способствует дыханию клеток. Но я не буду. Увеличивает образование спермы у мужчин, потому что сейчас у нас очень много. Снижает температуру тела. Если не обязательно пить что-то для того, чтобы снизить температуру. Я всего две капсулы антиокса выпила, и смотрю, температурный режим начал снижаться. У меня было несколько операций. Я хочу сказать, что благодаря антиоксу действительно быстро рубцуется, быстро заживает. То есть потрясающий продукт, ну, ему просто можно петь оды. И решает проблему и болезни Бехтерева. Системная красная волчанка, вот у меня был результат у моего нового человека, да, фактически за 4 месяца пропития продукции системная красная волчанка официально была снята. Врачи были в шоке. Говорят, наверное, ошиблись. Ничего не ошиблись. Все так. Васкулит. Геморрагический васкулит у Саши. Когда я работала на Урале, мы забирали Васину маму сюда к нам. У ней был геморрагический васкулит. Она даже есть ничего не могла, потому что был рвотный эффект. Даже воду не пила. Она у меня сидела 2 недели на красном вине, и когда я приехала, дала ей продукты, прекрасна эта проблема геморрагического васкулита. Ну, вот Олег знает это самое, я поняла, что о Саше Мигулевой, да, я говорю, вот действительно эта проблема была решена. Очень хорошо антиокс решает глухоту, но глухоту приобретенную, я хочу сказать, но бывает осложнение после каких-то перенесенных заболеваний. Самое главное, что если вы будете пить, никаких
осложнений после заболевания, вот антиоксидант у вас никогда не будет. И я не зря здесь пишу, вылечено несколько тысяч пациентов с воспалением почек, острым тромбофлебитом, тяжелым метрофическим, диабетическим инфарктом, потому что вы знаете, что мы сотрудничали со Всемирной организацией здравоохранения, и эти результаты были вот, они официально подтверждены. Это действительно так. И, казалось бы, вот сейчас уходит, но катастрофа. Кроме того, вот посмотрите, мне очень нравится, что в составе антиоксидантов есть цинк. Он нужен для работы более 80 ферментов организма и образования красных кровяных клеток. Низкое количество цинка, оно замедляет рост, уменьшает аппетит, теряются вкусовые ощущения, появляются угри, кожные заболевания. Вот угри говорят, ой, решим мазями, не режите, нужно дать цинк. Все, дали цинк, угри начинают уходить. Становятся высокими показатели спермы. Вот здесь, извините, ошибку не исправила. Ну вот действительно высокие показатели спермы. И люди у нас беременеют, и сколько детишек рождается. То есть вот этот организм, вот этот вот... антиоксидант, он служит нашему омоложению, поддержанию здоровья наших клеток, и он необходим для ежедневного приема. Это действительно так. Но я хочу сказать, что вот была паника, что антиоксидант уходит. Вы знаете, я забыла, что у нас есть Джика, энзим Q10. Это формула молодости. Вы посмотрите, но в ней тоже... Вы посмотрите, и витамин Е, и витамин С, да, экстракт виноградной выжимки, там есть цинк, там есть селен. Все есть, еще и группа витаминов В добавлена. Вполне можно заменять. Витамина Е, так же, как в антиоксиде, 12 миллиграмм. Но почему нельзя? Все, посмотрите, что он делает. Замедляет процессы, восполняет необходимый запас витаминов. Набор витаминов активных компонентов нормализует пищеварение, регулирует работу сердечно-сосудистой системы, подходит для людей с лишним весом, нерациональным питанием и заболеваниями сердца. И вот если, смотрите, в баночке антиокса 30 капсул, и они стоят 1650 рублей. А две баночки стоят 3300. А гранатин GQ10, да, там 60 капсул и стоит всего 2610 рублей. Есть разница? Есть. Вы и в деньгах сэкономите. И ничего страшного. Вполне... Да, вот Клава пишет, посмотрите, читайте, пожалуйста, это. Спасибо, Клава, за вот такие. Превращается действительно в красавец, оживает и превращается в красавец. Спасибо огромное. И тоже тот же стандарт GMP, ACCP, просто вот что-то муж здесь мне не допечатал, но вся стандартизация так же, как в антиоксе. Прекрасный продукт. Вполне можно заменять, еще и в деньгах сэкономите. Пока не появится антиокс, вполне можно пить этот продукт, потому что, посмотрите, какой состав, и экстракт плодов граната, и эфирное масло ветвей кипариса, восстановление баланса эмоций у наших детей. Вот у меня сейчас очень много идет детей таких вот тревожных, да, и, пожалуйста, восстановление баланса эмоций, и витамин С, и витамин Е, то есть защита клеток, красота кожи, волос, регенерация. Но смотрите, если витамин С, он нормализует уровень холестерина вот, в формуле коэнзима Q10, то витамины группы В, В6, В9, В12, а у нас сейчас по официальным данным анемия, витамин В6, В9, В12 страдают дети около 80%. Он еще и уровень холестерина снижает. Вот не надо никаких статинов, пожалуйста, применяйте коэнзима Q10, формулу молодости. Но это продукт и для дыхания вашего сердца, для вашего мотора. Потому что если что-то случается с сердцем, вы же знаете, начинают колоть АТФ, карбоксилазу. С возрастом у нас АТФ уже плохо вырабатывается в организме. Этот продукт способствует хорошей выработке. Мы становимся энергичными, мы становимся сильными, потому что это энергоснабжение наших клеток. Это клеточное обновление, совершенно правильно. И это потрясающе.
Поэтому у нас продукт, любой продукт, который можно, дорогие мои, заменить, и все будет это. Поэтому создавайте денежный поток, финансовый успех с компанией Project V. Я вам этого желаю. Используйте ваши сильные стороны, ваши таланты, особенности. Это крылья вашего бизнеса, которые поднимут вас на вершину успеха. Не бойтесь делать то, что делать мастерски пока еще не умеете. Помните, что ковчег был построен любителем, а Титаник строили профессионалы, но он, к сожалению, утонул. Получайте удовольствие от своей деятельности, расширяйте границы своей зоны комфорта, используйте для развития бизнеса свои сильные стороны, совершенствуйте свои умения. Ну а денежный поток, если вы будете два человека получать, естественно, и заработок. Но если вы будете уже по три человека, и вас будут дублировать и повторять, да, 3, 9, 27 на третьем уровне, то и заработки ваши совершенно будут выше. И вы создадите тот денежный поток. Самое главное, не забывайте о том методе дубликации, о котором я говорила. И у вас обязательно все получится. И с чего начать? Вот 5 практических шагов. Зарегистрироваться в приложении сессии, приобрести продукт, начать его кушать, это второй шаг. Получить обязательно результат. Правильно транслировать этот результат. Не забывайте делать фотографии. Вот как здесь мне понравилось, с ленты я взяла до и после приема. Да? Приглашайте людей на встречу. И как продолжить? Помочь своим людям вас повторить. Рассказать им о методе дубликации. И тогда у вас обязательно все получится. Но самые главные практические шаги, это, конечно, нужно проводить мероприятия. И вот у меня состоялось событие дома, у меня 16 числа, вот здесь под навесом мы собирались сюда. Посмотрите, это был день рождения нашей компании. Был торт, видите, даже фейерверк мы здесь умудрились сделать, да, вот подожгли, вот это все сияло, это было прекрасно, вот люди хлопали, вставали, мы поздравляли друг друга с днем рождения нашей компании. И, конечно, меня все это очень-очень радует, что вот мы вернулись к этой системе, огромное спасибо моим спонсорам. Конечно, вот на этой фотографии Джамиля, Тамара Смугленко, которые выкупили уже Millennium Pack, да, и поедут на, ну, они вот на Millennium, да, собственно говоря, вот здесь признание, которое они от нас получают. Это вот новый человек, Света Котенева, человек, который купил Выхита, чтобы помочь своему внуку, своей семье, своим дочерям, потому что есть огромные проблемы по здоровью. Я знаю, что это обязательно вернется. Вот 3 Выхита человек взял. Вот ваши аплодисменты Светланы. Это ее спонсор Люба Горбовская. Это признание этим людям. Это новые люди, которые впервые, это признание этим новым. Чем хороши события? Что мы можем признавать даже своих людей, вот, которые там. Посмотрите, это Юлия Дудина, да. Вы знаете, я восхищаюсь этим человеком, сколько детишек, сколько мамам она нам сказала, сколько людей пошло от нее. И я думаю, все у нее обязательно получится. Вот это. И она выкупила сразу же в первый месяц подписание, выкупила бустер, потому что есть тоже определенные проблемы и по здоровью у нее и ее клиентов. Самое великое признание – это нашим спонсорам. Это Сергеенко Любовь и Александр. Это люди, с которых началась организация в станице Кавказской. Все люди, которые присутствовали на этом мероприятии, это их люди. Это наши великие спонсоры. Я их очень уважаю, я им очень благодарна. И вот мы подарили такую вот корзиночку с грибочками. Это специально ручной работы были сделаны грибы. Они полезные, они не дают там никаких, то есть там белки, жиры, углеводы, все в норме. Вот специальная такая корзиночка, которую вот мы им давали, несмотря на то, что 70 с лишним лет, да, Любовь Ивановна там нам даже станцевала. Вот,
я не говорю хвостик 70 с гаком большой, но о возрасте не буду говорить. Саша, который мечтал иметь самые шикарные машины, которые есть сейчас, он имеет две машины. Но мало того, он купил мотоцикл, о котором он мечтал всю свою жизнь. 70 с хвостиком и на мотоцикле по Кавказской. Ну, молодец. Он исполнил свою мечту благодаря тому, что он пришел в эту... в этот бизнес, он увидел этот бизнес, хотя сам фермер, да, получил здоровье на этой продукции, несет это здоровье другим людям. Они с Любовью Ивановной строят бизнес, работают, несмотря на их возраст, они жизнерадостные, они всю свою любовь, все свои чувства отдают своим людям. И, конечно, любимая моя, любимые мои спонсоры – это Олег и Ирина Чуписовы. Олег, он родился 14 июля, так же, как родилась и наша компания, компания Vision. И мы его поздравляли с днем рождения. Но 15 числа у них было 34 года совместной жизни. И он мечтал вот о рыбке, а Ира хотела рака. Вот здесь мы такие вот интересные им тоже ручной работы сделали, раки и рыбки, которые мы вот им подарили. Это огромное признание Иры за то, что она провела это мероприятие, день рождения компании, за то, что она всегда помогает, с какой любовью она относится к людям, сколько постов она сейчас пишет. Ира, спасибо тебе огромное за твою любовь, за твою поддержку. Рыбка была даже с икрой внутри. Спасибо, Ира. Ну, нам так и сказали, что будет с икрой. Поэтому у нас потрясающие спонсоры, и мы не могли, чтобы вот в такое мероприятие просто не признать их огромный-огромный труд, который они делают для того, чтобы наша организация развивалась. Я заканчиваю наше выступление, потому что уже я вас очень сильно задержала, вы, наверное, устали, но... Татьяне нужен отдых, мне нужен отдых. Вот у нас будет перезагрузка. Мы уходим в отпуск на целый август. Но в первый четверг сентября мы снова встретимся в этой комнате. Вместе мы сила. Всем здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Спасибо всем огромное.